Факт несанкционированного пересечения украинской границы российской гуманитарной колонной все еще обсуждается, а грузовики тем временем уже возвращаются обратно в Россию. Все 280 машин в пятницу без официального разрешения Киева пересекли украинскую границу и вошли в Луганск. Часть колонны направилась в соседний Донецк. По некоторым сообщениям сейчас в Россию возвращаются все грузовики. Тем временем в Киеве проходят переговоры канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента Украины Петра Порошенко. Визит Меркель – это символ поддержки Берлином украинских властей. В разрешении конфликта между Россией и Украиной Германия взяла на себя одну из ключевых ролей. Самое главное, Европа должна сохранять единство, как это было с введением санкций. Единство будет и впредь иметь решающее значение. Нельзя допустить, чтобы между странами ЕС был вбит клин. В этом главная задача Германии. Самовольный въезд российских грузовиков на украинскую территорию понимания у Ангела Меркель не встретил. Канцлер уже созвонилась с президентом США Бараком Обамой по поводу инцидента на российско-украинской границе. Оба лидера едины во мнении. Ответственность за обострение конфликта лежит на России.